я только прошел. Нормально ходит. Вон уже троллейбус. Автобусы без конца. Я в городе не был, не могу сказать. Основные, может быть, и посыпаны, а второстепенные все скользкие. Объездная посыпана, и Патарийская посыпана, где... В общем, центр. Не посыпано, но шкатулки нет. С утра я 6 утра вышел. Лед. Говорят, что типа техника с 3 ночи работает. Меня это же не было, что поливали. В большинстве случаев отлично. Основные моменты, там, объездная, там, мост, это все обслуживалось, посыпалось. Ну, а на периферии, как обычно. Ну, как обычно, может, не столь должным уровнем, как должно быть. Ну, местами такие места стратегические, где подъемы, где там, конечно, видно, что посыпалось. Но хотелось бы, конечно, чтобы вся это движение, все это доходило и до периферии.